Привет, друзья! И получила посылочку с AliExpress. Давайте распакуем. В принципе, знаю, чего в этой посылке. Это лампа для маникюра. Потому распаковываю на видео. Ну, если вдруг что-то вдруг поломалось, чтобы можно было продавцу предъявить. Ну, запаковано, видно, хорошо. Так. Так. Такой вот, ну, упаковка хорошая, конечно, ничего не могу сказать. Я потому на видео и распаковку делаю, потому что, ну, переживала, что как она придет, хрупкая, ведь пластик и... Ну. Такой, то есть запечатали конкретно. Сейчас я вытяну. То есть еще вот в такой упаковке. Так. Ну и сама лампа. Вот инструкция. Ну, целая лампа. Сейчас включу, проверю, работает ли. Ну, включилась. Так, ну, надо будет разобраться. Ну, секунды. Вот 10 секунд, 30 секунд, 60 секунд. То есть светит. Ну, не буду я руки совать пока. Идет отсчет времени. Вот, выключилась. Ну, то есть, как бы, вроде бы как работает. Ну, интересно проверить, как она сушит, конечно. Посмотрим. Ну, а так, с виду все вроде бы как хорошо. Ну, и еще к самой лампе, то есть, то, что она работает, мы проверили. И я чему удивилась. Вот, есть инструкция. Инструкция даже есть на русском языке. Вот. Ну, обычно китайское все, что получаем, но это я, наверное, первый раз столкнулась с тем, что идет на русском языке инструкция. Ну, то есть, что тут делать? Прикольно. Итак, стоит лампа $11.99 и плюс $2.11 за доставку. Ну, то есть, в итоге у меня получается $14.10. Вот. Ну, все работает, я даже уже попробовала, ну, так, для первого раза один ноготок сделать, просушивает, все отлично. Ну, буду пробовать остальные. Ну, и еще вторая посылочка, тоже сразу в одном видео я решила все показать, так как посылки, вернее, то, что находится внутри, связано между собой, хотя магазины разные. Итак, заказала я вот такие. Чтобы можно было... Заказала, чтобы можно было тренироваться. То есть придет еще, я заказала фрезер. Ну вот, буду тренироваться как раз на вот этих ноготочках, чтобы свои не портить. Так, сейчас я цены сразу буду говорить. Так, итак... Вот эти ноготочки стоят $0.99. И здесь их 24 штуки. Ну, есть там и побольше. То есть, можно себе выбирать. Дальше. Заказала пилочки. Так, пилочки. Не знаю, я заказала 5 штук. Получается 100 на 180. Ну, не знаю, такие надо или нет, ну. Ага, то есть они вот с двух сторон. С одной стороны сотка получается, с другой 80. Ну, такие. Вроде как ничего. Это получше, конечно, если форму ноготочкам придавать. А если для шероховатости, то вот 80-ка, наверное, отлично будет. Ну, как-то так. Так, пилочки, получается, стоят 5 штук, $1.44. 1.44.
Дальше, что я еще заказала? Салфетки с пропиткой для снятия гель-лака. 0,95 доллара стоят. И их здесь 200 штук. Ну, вот такие. Сейчас я одну достану. Ой, две достала. Вот такие. Ну, то есть безворсовые салфеточки. Ну, то есть тоже нужны будут. Так, заказала еще, так сказала цену, я заказала 0,95 доллара, получается 200 штук в упаковочке. А дальше, два рулона, вот, золото и серебро. Ну, то есть, сейчас покажу. Для украшений это уже, ой, для маникюра, для украшений, даже не знаю, как его. Ну вот, видите, тоненькая такая. Лента получается наклеивать. Угу. Ну вот. Вот так. Прилипает. Получается два рулона и один серебро, а второй золото заказала. Получается цена 0,45 доллара за набор. Ну, как бы по отзывам пишут, что очень хорошие, хорошо все держится. Ну, попробуем. И последние вот. Это называется живопись, креативный дизайн, паук. Не знаю, как правильно называется, но так как я не мастер, а лишь пробую для себя, чтобы... Так, сейчас я не знаю, как... Чтобы можно было самой... делать маникюр. Вот, смотрите, я одну попыталась распечатать. Кисточки пока еще не пришли, не купила. Ну, я зубочисткой вот покажу, тянется. Вот, ну, то есть, вот как-то так понимаю, что делать надо. Когда я ходила на маникюр, мне каким-то таким образом это делали. Конечно, надо приспособиться. Ну, как-то так. То есть, тянется хорошо и... Надо потренироваться, посмотреть, как правильно делать. Ну, девочки, которые занимаются маникюром, пожалуйста, пишите комментарии, пишите советы, где можно нам подсмотреть чего-то интересного, как делать. Хотя смотрела ролики на YouTube тоже, так, в принципе, довольно-таки все понятно. Ну, я смотрела, как делать самый простой маникюр. Я же говорю, вот, я сделала на один ноготок, и это я делала... базой, вот база Color. Так, и вот эти гель-паук получается, два цвета, один я взяла серебряный, а второй цвет черный, для того, чтобы можно было потом делать себе какой-то красивый маникюр. Стоит одна штука 1 доллар. Вот так. Ну, вот такие у меня покупочки. По лампе хочу сказать, что попробовала, сушит нормально. Давайте саму лампу еще. Вот там светодиоды внутри. Вот, видно, да? Ну, то есть, как по отзывам, то лампа хорошая. Есть вот выставлять вот сколько секунд. 10, 30, 60. Там. То есть, все можно... выставлять. Ну, работает вроде бы все нормально. Я же говорю, проверила и, ну, высушила. Отлично. То есть я довольна. Пишите ваши советы, пишите ваши комментарии. Буду очень признательна, буду рада, так как я учусь, вернее, буду пробовать учиться делать чисто для себя, чтобы делать себе маникюр. Столкнулась с тем, что когда начался карантин, получается, куда-то пойти, ну и самому не сильно хочется куда-то лишний раз бродить и без маникюра как-то сидеть, ну, не очень хочется так сделать, и чтобы было красиво. Поэтому вот такая мысль в голову пришла, купить себе лампу и пробовать делать самой. Как-то так. Думаю, ничего сложного. Всем спасибо. Оставляйте ваши комментарии. Пишите обязательно ваши советы. Что вы советуете, какие. Я, кстати, купила себе вот такие
Кстати, еще в такой момент я пошла просто в магазин, где все продается, разные лаки. Попросила девочку подобрать мне, ну, то есть все нормально. Не знаю, что за фирма, хорошая, нехорошая. Ну, как бы я попросила не экономить, то есть нормальное что-то дать. Вот. И ее совета, что надо. Так вот, она мне сразу вот поставила на каждом, чтобы я не путалась, чтобы я не запоминала. Она поставила вот это первое наносим, вот это наносим вторым слоем. Дальше идет, ну там я разные еще купила. Это цветная база, есть обычная база. Сейчас где-то тут она. Ну вот это номер 3 получается база наносится. Ну то есть она на всех, там дальше лаки есть, все. И топ. Топ 4, по-моему. Ну, в том плане, что можно купить лампу, можно купить что нужно еще, да, необходимые материалы, и пробовать делать самим. В магазине пойдете, вам все подскажут, все расскажут, что лучше взять. И даже, я же говорю, для таких, как я, понапишут циферки, что зачем, чтобы не запутаться. Ну, как-то так. В общем, буду пробовать. В моих видео вы увидите, конечно, мой маникюр в будущем. Ну, думаю, что это будет уже самостоятельный. Всем спасибо. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.